Без лишней скромности молодые предприниматели региона соревнуются сегодня за звание лучших в своем деле. На площадке Тюменского технопарка работает и наш корреспондент Ирина Шипилова. Она на связи со студией. Ирина, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Ирина, добрый день. Для начала немного расскажу о самом конкурсе. Лучших предпринимателей в Тюменской области выбирают с 2010 года. И за все это время победители регионального этапа не раз становились победителями всероссийского этапа и становились лучшими предпринимателями не только Тюменской области, но и всей России. Главный критерий участия в этом конкурсе – это возраст с 18 лет до 30 лет включительно. Номинации в разное время менялись. Это были и представляли на конкурсе предприниматели из сферы АПК, из IT-сектора. В этом году номинации 4. Это лучшее производство, лучший работодатель, открытие года для тех фирм, которые основались в этом году, только-только вышли на рынок Тюменской области. И та категория, которая сегодня в тренде, это социальное предпринимательство. 17 участников из абсолютно разных сфер представляют сегодня свои проекты. Это и пекарня, и пошив одежды, и производство арболита, производство деревянной мебели. Почему так важен этот конкурс для развития нашего региона, нам рассказал директор Департамента инвестиционной политики Леонид Остроумов. Мы записали с ним интервью до начала конкурса. Я предлагаю послушать. То, что мне удалось ознакомиться, достаточно много заявок, и это хорошо, поскольку действительно на молодых предпринимателей мы делаем большую ставку. Мы понимаем, что это наше будущее, и от того, насколько, так скажем, они будут вооружены в том числе знаниями, умениями, в том числе, может быть, и с нашей поддержкой, при помощи участия наших программ, зависит то, насколько они будут успешными. И в конечном итоге это и занятость, и рабочие места. Сейчас презентация проектов до сих пор проходит, все они интересны, жюри задают очень много вопросов, от тонкостей бизнес-плана до количества рабочих мест, рентабельности бизнеса. Победителей назовут в 4 номинациях, назовут к концу этого дня, и все они представят наш регион в Москве в конце этого года. Ирина. Спасибо, Ирина. В Тюменском технопарке проходит конкурс «Молодой предприниматель Тюменской области». О том, кто станет победителем, расскажем в вечернем выпуске.